целом замечу, что и первый Кубок Советского Союза, и первый гол в истории чемпионата Советского Союза, это все Локомотивская, Виктор Лавров, человек, забивший первый мяч в истории чемпионата ФСР. Приятно увидеть те трофеи, которые ты видел когда-то только по телевизору. Здорово прикоснуться к легендам нашего клуба. Здорово понять, что, в общем-то, у нас здесь, на Черкизово, есть самый настоящий уголок для сообщества красно-зеленых. И это классно. Кто любимый футболист вот сейчас у тебя в Локомотиве? Ну, у меня 4. Баринов, Жамалединов, Худяков и Гильерми. Федь, какая самая лучшая тактическая схема, скажи? 4-4-3, как у Манчестера Сити, у Папы Гвардиолы и у Йоргена... 4-3-3, как у Папы Гвардиолы и Йоргена Клоппа. У меня не было выбора вообще, за какой спорт болеть и за какую команду болеть. Да, но мои впечатления всегда от увиденного больше, чем ожидания. То есть я иду нехотя, а когда прихожу, в полном восторге всегда. Я всегда люблю наш родной стадион Черкизово. С детства здесь мне все очень нравится. Дорогого стоит, и это надо продолжать и подключать бывших игроков Локомотива. Они с радостью, я думаю, проникнутся этой идеей.